дорогие друзья! Всем привет! Сегодня мы приехали в очень интересное место, в Сападеры каньон, который находится в 44 километрах от Алании. Длиной он 360 метров. Обязательно пишите в комментариях, были вы здесь или нет. Ну, а сейчас пойдемте в каньон, и я расскажу вам все подробно. Друзья, как я уже сказала, ехать до каньона 40 километров примерно. Из этих 40 километров, наверное, 20 километров по трассе до Демирташа, и далее нужно поворачивать в сторону гор. Сейчас мы только что приехали и находимся на входе в каньон. Здесь мы были последний раз 5 лет, поэтому здесь появились столы. В общем, посмотрим, что здесь изменилось. Ехать до каньона, ссылку на местонахождение каньона я оставлю в описании. Ехать до каньона можно, добраться до каньона можно только своим ходом, либо с туром. Дорога, вы видели, в начале видео достаточно такая горная, крутящаяся, но очень-очень красивая. Друзья, вход в каньон платный. Стоит вход 10 лир на взрослого и 6 лир на ребенка. Как я уже говорила, были мы здесь последний раз лет 5 назад. Вот этой вот дорожки еще не было. Точнее, дорога была, но она была такая, очень неудобная. А сейчас здесь облагородили территорию. Ну и что вам рассказать про этот каньон? Этот каньон образовался много тысячелетий назад. Длиной он 360 метров. И жемчужиной этого каньона является водопад в конце каньона, в котором также можно купаться. Ну, друзья, сейчас вы все сами увидите. И здесь есть вот такие вот красивые деревянные настилы, удобные. И примерно 300 метров от входа вы идете по этим деревянным настилам и в конце доходите до красивого водопада. Айхан, насыл. Güzel, yürüyoruz. Bu hava, kayalar, her şey, soğuk çok güzel. Вкусно. А вкусно değil, классно. Красиво, вкусно değil. Невкусно. Невкусно. Друзья, турки всегда путают слово «вкусно» и «красиво». Почему? Потому что на турецком слово «гюзель» означает и «вкусно», и «красиво». Но у нас немного по-другому. У нас что-то красивое, а еда вкусная. Еда у нас не может быть красивая, она у нас вкусная. Они говорят, например, здесь некрасиво, вкусно. Ну, в общем, когда вы услышите, что они говорят вкусно, поймите, что это из вот таких вот, из-за таких особенностей языка. Слово «гюзель» значит и вкусно, и красиво. Есть здесь вот такие вот лесенки, и, скорее всего, по этой лестнице можно спуститься, и, скорее всего, вот здесь вот разрешено плавать. Сейчас я попробую туда спуститься. Глубина воды 2,5 метра, Айхан сказал, и вот здесь вот в таком мини-бассейне можно купаться, поэтому приходите с купальниками. И если рискнете, температура воды, кстати, говорят, от 12 градусов, ну, летом может быть теплее. Вот такая вот здесь красота, друзья, температура воздуха здесь чуть ниже, чем в центре города, не так жарко. Везде тень, зелень, и многие сюда приезжают жарким летом, особенно на выходные, чтобы укрыться от жары и прогуляться по лесу, подышать свежим воздухом, ну и, конечно же, искупаться в ледяной воде. Поэтому пишите в комментариях, рискнете ли вы здесь купаться или нет. Я, например, не рискую. Вот этот деревянный настил идет по всей длине каньона. И скорее уже, скорее. Ой, друзья, смотрите, какая там вода. Прям голубая. Скорее, скорее уже хочется дойти до водопада и показать вам его.
друзья, по дороге до большого фонтана есть вот такие водопады, есть вот такие вот мини-водопады. Здесь тоже можно купаться прям под этим водопадом, но они маленькие. Сейчас идем до самого большого водопада. Еще один натуральный бассейн, и, друзья, глубина воды написана вон на той табличке 7,5 метров глубина воды. На половине пути здесь есть вот такая вот кафешка, такое кафе под скалами. Можно купить какие-то напитки и прям вот так вот сидеть. Очень, друзья, здесь прохладно, конечно. Жаркий день, просто райское место. Айхан устал. Все, он не может пройти 300 метров, Айхан! Хватит придуряться! Все, друзья, мы дошли до большого водопада! Около большого водопада, кстати, тоже можно купаться. Я не знаю, сколько у него высота, но пишут, что высота каньона 44 метра, не очень высокий. И вот этот вот водопад венчает каньон. Вниз и поплавать, либо пофоткаться. Всего 300 метров, но, конечно же, побывать здесь стоит, и
Если вы будете в Алании, обязательно приезжайте сюда, возьмите машину или приезжайте с экскурсией. Я думаю, что вам обязательно понравится, особенно в очень жаркий день. Сейчас наступают очень жаркие дни. Чтобы отдохнуть, чуть-чуть остудиться и подышать вот этой вот свежестью и зеленью. В этом кафе чай делают вот таким вот образом. Сейчас нам принесут этот чай. Здесь также есть туалет. Нужно подняться вот по этой лестнице. Но я хочу подняться и посмотреть, может быть, оттуда открывается какой-нибудь красивый вид на каньон сверху. Нет, друзья, вида здесь нет. Здесь есть только туалеты. Ну и давайте уж, раз мы пришли в туалеты, покажу вам, как выглядят туалеты в таком месте. Заходим в женский туалет. Все очень чистенько. Есть свет. Есть бумага. Не пахнет ничем. Вот вам, пожалуйста, мыло. Очень все чисто. Чисто, аккуратно. В общем, как и везде. Практически везде в Турции. Ну, здесь такое туристическое место, поэтому здесь все должно быть хорошо обустроено и опрятно. Ну, а вот так вот выглядит ресторан сверху, когда я спускаюсь по лестнице. Очень люблю я такие места. И я вас уже спрашивала, кто был в Саподере. Тоже напишите в комментариях, будет интересно ваши ощущения. И, как я говорила, мы приезжаем сюда не часто, но время от времени, раз в пятилетку, мы сюда приезжаем. Там уже сидит Ахмед. И Айхан, нам принесли чай. А? Буайна су, шейтан. Так, здесь все пьют воду, Айхан тоже рискнул попробовать. Зельма? Ой, Сен-Капатия. А. Друзья, еще забыла вам показать цены в этом ресторане. Чай стоит 2 лиры, вода стоит 2 лиры. И, как вы видели, на входе сюда запрещено приносить свои напитки, но я думаю, что это тоже не проблема. Такое небольшое путешествие у нас состоялось в Саподере, в каньон Саподере. Сейчас мы отправляемся обратно в город. И, кстати, друзья, около каньона Саподере есть еще пещера гномов. Сегодня мы туда не успеваем. Я вам покажу вход в нее, точнее, въезд. Находится она от каньона примерно в 3 километрах, то есть по дороге сюда. Ну а сейчас мы отправляемся в крепость. И поэтому надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, приезжайте в солнечную Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока. Как постскриптум к этому видео, я спросила у владельца ресторана здесь, как сюда можно добраться. К сожалению, автобусы из центра Алании сюда не ходят. Вы можете приехать с туром вот на таких вот джипах. Либо, друзья, только своим ходом и больше никак. Также сервиса у этого ресторана тоже, к сожалению, нет. Поэтому только тур или вот на таких джипах с экскурсией. Друзья, пока мы ехали на машине, посреди дороги черепаха. И что с ней нужно сделать? Ее нужно аккуратненько взять. Она не кусает? Она... Ой, сырмазма? Сырмазал. Мы ее сейчас возьмем. Смотрите, какая. Белькиотарафа, Вериджем. Буля, буля. Она шла сюда.
Поэтому мы ее сюда отпускаем. Ай, да-да.